Вітаю, шановні друзі, в ефірі програма «Гаряча лінія». Я Катерина Тригубова, а у нашій студії гість. Сьогодні у нас в гостях Олександр Боровик, депутат Одеської міської ради, радник голови Одеської облдержадміністрації, політик, громадський діяч. Вітаю вас в нашій студії. Дякую, добрий день. Здравствуйте, Олександр, еще раз на Николаївській землі. Спасибо. Ми вас приветствуем. Ви вже какое-то время у нас знаходитесь. Как впечатление? Пока очень интересно. Мне кажется, что... Сейчас в городе очень интересная динамика, связанная с выборами. Я не буду скрывать, я приехал из-за выборов. Я ехал всю ночь для того, чтобы приехать, провести здесь один день. И сегодня ночью я опять еду, а мне нужно в Киев. И потом я опять приеду в субботу-воскресенье. К нам сюда, и, да? Да, да. Что происходит, мне напоминает Одессу, где... В отличие от многих других городов Украины, на местных выборах у людей есть выбор. Когда, по сути, выбор заключается, либо мы делаем шаг в будущее, либо мы остаемся в каком-то 19-20 веке и остаемся вот в том, что у нас уже было. Мне очень хочется, чтобы... А Николаев сделал правильный выбор и сделал шаг вперед. Мне кажется, сейчас у Николаева есть уникальная возможность того, чтобы стать в авангарде реформ на Черноморском побережье. На самом деле, в этом опередить даже Одессу в чем-то. В том, что если у Николаева появится современный мэр, если у Николаева появится современный человек, то... будет проще приводить инвесторов, будет проще бороться с безработицей, будет проще для молодежи создавать какие-то молодежные проекты. Вот, поэтому эта динамика очень интересная, она меня, собственно говоря, и привела в Николаев. Что вам нравится в программе, да, в заявлениях, скажем так, современного будущего мэра? Мне... Нравится, что он не боится называть проблемы. Мне нравится, что он не занимается популизмом, когда он это делает, в отличие от другого кандидата. А мне нравится, что у него хорошая команда, современная команда. Я сегодня был в штабе. Там очень интересно, там бурлит работа. Как правило, все люди до 35 лет. Все работают на результат, никто не работает на свое резюме. И вот эта динамика мне очень нравится, она захватывает. Мне нравится, что у него есть опыт работы в хорошей компании. Мне нравится, что он сам себя отдал всей этой компании, я имею в виду сейчас выбор, компании, выборной компании, предвыборной компании. Есть такое чувство, что он принесет этот динамизм и этот энтузиазм, он принесет и на рабочее место мэра. И это то, что сейчас нужно. Мне нравится, что у него есть такой вот какой-то appeal, такой вот какой-то... если бы я был, скажем, иностранный инвестор, то он бы мне понравился. Мне бы хотелось бы инвестировать в регион, мне бы хотелось бы с ним иметь дело, мне бы хотелось бы встречаться с ним, с его командой. А это значит, что будут инвестиции, опять же, это значит, что у молодежи будут возможности, да, скажем, ехать учиться за границу, находить какие-то новые рабочие места. То есть вот это все та динамика, которая мне очень нравится. Это все замечательно, но кроме того, вот как любой, допустим, иностранный инвестор, он прежде всего практик. Во всяком случае, те инвесторы, с которыми я общалась за свою профессиональную жизнь, да, это люди, которые с очень такими жесткими практическими взглядами и практическими ожиданиями. То есть вот замечательный энтузиазм, это хорошо, но нужна какое-то практическое воплощение и предложение, которое возможно... на практике воплотить тому же инвестору или хотя бы ими заинтересоваться и рассмотреть их поближе, да, скажем так. Есть ли это у той команды, которая вам нравится? Я думаю, есть. На самом деле сейчас, что инвестору в Украину нужно, это чтобы вырезать коррупцию, чтобы ее не было. Да? Потому что вот я проехал по Николаеву, я сегодня полдня ездил. Это задача мэра, вы считаете?
Задача мэра, чтобы в городе не было коррупции. Я уверен, что если мы посмотрим, кто у вас выигрывает тендера по строительству дорог, я уверен, что это будет две или три компании, одни и те же. Я уверен, что можно будет очень легко найти их связь с муниципалитетом. И это определенная культура, которая, как правило, связана с транспортом. Я вижу ваши маршрутки, они выглядят так же плохо, как в Одессе. Да. Я вижу ваши рекламные щиты, они напоминают те же проблемы, которые у нас есть. Это строительство дорог, мы об этом говорили. Вот, это, в общем-то, все то, где, как правило, городская мафия какая-то забирает деньги, да? Mm-hmm. И вот у меня есть чувство, что кандидат, которого я приехал поддерживать, он сможет это вычистить, да? На самом деле сейчас Николаеву, так же, как Одессе, не нужен какой-то светило, да? Нужен просто честный человек, который сделает так, что все процессы будут работать цак-цак-цак-цак, mm-hmm. да? Вот это то, что он сможет сделать, однозначно, да? Замечательно. Идем дальше. Есть у него люди, которые честные, плюс еще и профессионалы в отрасли, которой они будут заведовать. Потому что любой мэр, любой руководитель приводит с собой определенное количество менеджеров. Угу. Они существуют, и насколько эти люди профессиональны. Давайте я вас спрошу, сколько у вас в муниципалитете сейчас работает человек? Вы знаете? Ну, в городском нет. Нет. Да. В Одессе 2600. Угу. Да? У нас меньше. В Мюнхене, точно. В Мюнхене это 60. Угу. Да? То есть, на самом деле, прежде чем приводить вот этих всех людей, нужно однозначно рационализировать процессы, угу. вычистить процессы. И на самом деле людей, которых нужно приводить, чтобы они были специалистами, их нужно приводить через открытый конкурс. Это то, что мы сделали в Одессе в областной администрации. Мы объявили конкурс. На наш самый первый конкурс, когда мы объявляли конкурс на районных глав, это пришло 4 тысячи человек. Да, да. Вы имеете в виду? У нас пришло 4 тысячи человек, кандидатов. Да? Мы выбирали, кого мы хотели, через определенный процесс. И на самом деле вот этих лучших, это то же самое, что делала бы любая корпорация. Поэтому, в общем-то, это должен быть вот такой процесс. Первое – это рационализация всего, что есть. Второе – это мы берем на работу самых лучших людей, которые проходят через конкурс. Да? Естественно, кто-то там небольшая какая-то команда, но это совсем другой вопрос. Да? Хорошо было бы. Если бы так было, так должно, да, так должно. Но это все в ваших руках, смотрите. А пришло, да. Насколько я понимаю, на прошлых выборах пришло как-то 34%. Да. Если 34% приходит, тогда люди не должны говорить о том, что улицы не освещены. Они не должны об этом говорить. Они потеряли право об этом говорить, если они выходят на выборы. Они не должны говорить, что дороги разбиты. Они не должны говорить, чтобы построить МАФ, нужно кому-то давать взятку. Если люди проиграли свое право устанавливать порядок, то они не должны жаловаться, у них нет морального права жаловаться о том, что порядка нету. Да? Поэтому первое, что Николаев должен был бы сделать, это показать, что людям не все равно. А Николаев должен попробовать установить какой-то рекорд количества, да, людей, уже, которые, кстати, вышли. Есть, да, объявление и в социальных сетях, и на многих сайтах николаевских уже появилось от организаторов этого, как это называть, флешмоба, да, акции, что, да, действительно попытаемся установить, да, по явке должны, рекорд, да, должны Украины. Должны включить сарафанное радио, угу. Люди должны звонить друг другу и говорить: идешь на выборы, идем на выборы. А люди, которые там домохозяйки, должны не кормить своих детей в тот день, пока они не пройдут, не проголосуют. Не, ну это же жестоко. Вот, это нормально. Вот. И то есть нужно стимулировать вот это вот решение сделать свой выбор. Каким будет этот выбор, это другой вопрос. Да, да? Вот в том-то это и другой дело. Вопрос. Вдруг будет явка такая невероятная. Проспать нельзя, но проспать нельзя. Результат. Подождите, на самом деле, вы знаете, если Николаев сделает свой выбор, и это будет выбор Николаева, если это будут не сфальсифицированные выборы, как в Одессе, если это будет осознанный выбор большинства населения, то ни у кого не будет права сказать, что у нас не народный мэр. Да? То есть вот здесь вот все за Николаевым. Да? Я думаю, что лидеры общественного мнения, средства массовой информации должны сделать шаг вперед и призвать всех, кто их читает, кто их смотрит, идти на выборы. Ну, собственно, то, что мы сейчас и делаем, вот помогает нам наш сосед Александр,
который работает в Одессе. Саш, давайте перейдем уже непосредственно к вашей деятельности, да, потому что то, что вы принимали участие в выборах, это замечательно, и вы, собственно говоря, добились определенного результата, вы депутат Одесского городского совета. У вас есть собственная программа, у вас есть возможность ее реализовать, может быть, не в той мере, как если бы у вас какие-то были более высокие полномочия, скажем так, но... В принципе, широчайшее поле деятельности, есть возможности. Что бы вам хотелось? Что вы себе прописали? Как вы будете работать? Как вы это видите? И как вы будете это воплощать? У меня было желание прийти в мэрию и вычистить ее от коррупции. Потому что то, что мы говорили, там, скажем, построить МАФ, 10 тысяч кому-то в карман. А построить дорогу, кому-то деньги идут в карман. А... Все, за что ни возьмись, по сути, везде деньги кому-то идут налево. Вот это хотелось вычистить. Естественно, с позиции мэра это делать гораздо проще. Сейчас я в оппозиции практически ко всем. Да? То есть, если смотреть на тот какой-то широкий фронт, который там создался, то, я думаю, есть порядка 5-7 депутатов, которые со мной, в общем-то, с какого-то демократического реформационного лагеря. А надежда, чтобы еще вот на свою сторону, на светлую сторону, вот как вы считаете, да, перетащить еще кого-то, смотрите, какая там светлая сторона. Угу. Люди инвестировали деньги, они строили дороги накануне выборов, они вкладывали свои личные деньги, чтобы взять работу, на которой им не будут платить, угу. Да? Все понимают, что здесь происходит, это что они конвертируют свои позиции в деньги. Да? Mm-hmm. Поэтому светлых голов там будет очень мало. Это, в общем-то, предпринимательская деятельность, когда люди пришли, чтобы зарабатывать. И вот здесь вот конвертировать кого-то будет очень тяжело. Пристыдить кого-то будет очень тяжело. Нужно ловить. Да? Нужно ловить, когда люди, когда у них конфликт интересов, когда они пытаются помочь своим фирмам или фирмам своих друзей. Да? А в ущерб каких-то других фирм, да, то есть нарушает конкуренцию. Почему у нас нет экономики? Потому что у нас нет конкуренции, да. И вот здесь вот я приду, как один из оппозиционных кандидатов, с тем, чтобы на ту деятельность, которая у них есть, пустить как можно больше света, так, чтобы они не могли воровать, да. И если они не смогут воровать, то им, честно говоря, эта работа будет страшно неинтересна, да, потому что они пришли туда не из-за мазохизма, они не пришли туда из-за самоотверженной какой-то любви к городу. Они пришли туда зарабатывать. Да? И вот здесь вот им нужно просто помешать заработать. Да? Это та тактика, которую я буду использовать так широко, как я могу. Я буду привлекать прокуратуру, органы полиции, да, и с тем, чтобы это все не происходило. И то же самое непосредственно с мэрией, непосредственно с муниципалитетом, который точно так же сейчас уже возбуждено несколько уголовных дел по работникам мэрии для того, чтобы их вывести на чистую воду из-за те же мафы, из-за рекламу, из-за какие-то спортивные объекты или еще что-то. Насколько вы уверены в том, что ваша деятельность будет успешна именно вот здесь у нас? Я уверен настолько, насколько вы и все остальные нам помогут. Да? Мы сами в изоляции ничего не сделаем. Скажем, если люди не идут на выборы, например, то без этого мы ничего не сделаем. Мы будем просто кучкой каких-то идеалистов, которые будут пытаться что-то сделать. А нужно понять, что идеалисты ничего сами по себе не смогут. А нам нужно, чтобы люди нас поддерживали. У меня в компании было порядка 1000 волонтеров, что очень хорошо, это беспрецедентно. Я понимаю, здесь у Саши тоже большое количество волонтеров. Это то, что мы хотим видеть, это то, что мы хотим видеть в большом количестве. Если люди будут занимать гражданскую позицию, я слышал, что здесь люди сами, так же, как в Одессе они делали для меня, пишут свои плакаты, они вешают их на балконы. Это очень хорошо, это то, что нам нужно. Да? То есть это гражданская позиция, которую люди показывают. Следующий шаг, это если они видят, что ты вступаешь в борьбу какую-то, эта борьба неравная, то тебя поддерживают, ты идешь не один, ты идешь с большой группой, скажем, в моем случае это 30% горожан, 75% горожан с высшим образованием. Это серьезная, серьезная сила, да? То же самое должно быть здесь, да, иначе мы ничего не добьемся.
Действительно, активность наша, гражданская позиция, наше мнение собственное, правильное, но неправильное для кого-либо, да, вот, но самое главное, чтобы оно у нас было, и чтобы у нас были активные действия, а не просто сидеть, читать, критиковать, нужно, разговаривать. Нужно понять, что, смотрите, мы уже самое бедное государство в Европе, мы беднее Албании, мы уже самое коррумпированное государство в Европе, да, чего нам еще нужно? Как низко мы должны упасть, чтобы разбиться? Да? Поэтому всем нужно сделать шаг вперед и сказать, я так дальше жить не хочу. И шаг вперед этот не должен быть в пропасть. Да. Возвращаемся к вашему пакету реформ. Вот борьба с коррупцией – это классно, это правильно, это одно из основополагающих и первых, так сказать, шагов. Что-то вот для, допустим, города, угу. Более практическое, да, там крыши, отопление, водопровод. На самом деле нужно провести реформу ЖЭКа. А потому что это важно. Да? Нужно провести. Это очень, мелко, это очень важно. Но это важно, да. Это очень важно. Знаете, я большую часть жизни прожил за границей, у меня не было ЖЭКов, да, как таковых. Да, да. А, это делали профессионалы. Это делали профессионалы, кому я как жилец платил. Что происходит у нас? У нас есть ЖЭКи, а у нас их реформируют как-то. Но не решают... пытаются создать, да, ассоциацию владельцев. Да. Но не решают суть проблемы. И куда бы ты ни пошел, то везде тебе рассказывают, что мы платим деньги, но не получаем никаких услуг. Да? И вот нам нужно создать систему. То есть нам не нужен сейчас мэр, который будет ходить на крышу, смотреть, как она течет, и ее латать. И расстраиваться. И расстраиваться. Нам нужен мэр, который построит систему, при которой будут организации или будут люди, чаще всего это должны быть частный сектор, которые за деньги, которые им будут платить, будут решать проблемы. Да? В Германии у меня было так, что я выхожу с утра, у меня не горит лампочка, она перегорела, я отправляю смс, а когда я возвращаюсь через несколько часов, лампочка у меня горит. Это сделал один человек, который обслуживает целый квартал. Да? Он за это получил небольшую сумму денег с точки зрения моей зарплаты. Вот, и все работает. Да? Вот нам нужно создать систему, нам не нужен этот мэр-хозяйственник, который ходит в галифе и в кепке, да, из советских фильмов каких-то. Нам нужен человек, который должен с трезвым взглядом и свежим взглядом посмотреть на систему, сказать, это порочная система, которая не работает. Он должен знать проблемы. И он должен создать систему, которая эти проблемы быстро сможет решить. А смотрите, во сколько идет вообще вот в теории, хотя бы в теории, да, на создание такой системы? Или нет такого, допустим, граничного срока? 2 года, 3 года, 5 лет, 10 лет? 3 месяца. 3 месяца. Замечательно. 3 месяца. А что для этого надо? Желание и команда? Или нужно разогнать коррумпированные ЖЭКи. Нужно разогнать коррумпированные ЖЭКи. Просто-напросто. Нужно поощрить частную собственность, когда... За счет чего? Ну, я имею в виду частное предпринимательство. Угу. За счет того, что у всех должно быть равенство возможностей. Да? То есть, скажем, что сейчас в ЖЭКах это, или коммунальных предприятиях? Там устраивают на работу своих друзей за деньги, которые они платят, чтобы потом они могли доить эту корову как можно больше, делая как можно меньше. Что должно быть? Это должно быть так, что равенство возможностей... Люди высчитывают, что им будет стоить делать это и это. Они высчитывают, какими большими должны быть кварталы, которые они могут взять. Кто-то из этих людей входит в ассоциации, кто-то из этих людей делает это как один индивидуум. Да? Но рынок сам вынесет эту проблему и решит ее. Да? И будет точно так же в Германии. Наверное. Да? Вы говорите, что вы поедете в Киев, да, и это будет встреча. Я знаю, с Джорджем, да, Соросом. Да, что я сначала... в этой встрече? Да. Сначала я еду в ночь опять, в 10 утра. У меня встреча с немецким послом. Я ему буду рассказывать, и вообще немецким дипломатам буду рассказывать о проблемах в Одессе. В Одессе фальсифицировали выборы. Мы будем рассказывать о том, я уже встречался вчера-позавчера с американскими дипломатами, с канадскими дипломатами, британскими. Вот я буду встречаться с немецкими дипломатами, рассказывать, это стыд и позор, если в городе есть фальсификация, это влияет очень сильно на динамику в городе. К сожалению, у нас было, мне придется об этом рассказать. Потом в час дня у меня обед, Михаил Саакашвили и я, мы обедаем вместе с Джорджем Соросом, который смотрит на регионы страны, смотрит,
А что ему можно делать? Он инвестор, он предприниматель, он какой-то человек, который помогает каким-то инициативам, да, в университетах в том числе. Вот. А он, естественно, спросит про Одессу. Он, естественно, спросит, или, как говорят, за Одессу. И он спросит о Николаеве, да. И, естественно, очень хотелось бы ему рассказать о том, что здесь интересная такая вот динамика. Вот. А, естественно, хотелось бы или расскажете? Расскажем. Пока мы еще не знаем, какая динамика. То есть, смотрите, что огорчительно с точки зрения Одессы, и это то, что не должен сделать Николаев, да. К сожалению, с Одессой, когда я приду к Соросу, я скажу, что Одессой по-прежнему управляет криминальный синдикат, который делает это уже долгое количество лет. Он, по сути, контролирует все отрасли городской власти. И, по сути, все денежные потоки идут через этот вот механизм, выстроенный преступным синдикатом. Что скажет Сорос? Он скажет, я могу инвестировать во Львов, я могу инвестировать в Харьков, да? Или я могу инвестировать в Одессу, где такая вот штука. Наверное, я буду инвестировать во Львов, и, наверное, я буду инвестировать в Харьков, где при всем при том, что мэр идеологически, я его не приемлю, но он, в общем-то, решает какие-то вопросы, да? А я не буду инвестировать туда, где преступники, да? Я не буду инвестировать там, где шатко и непонятно. И вот здесь вот Николаеву нужно понять, что горожанам нужно понять, что на моем месте мог быть кто-то из мэров, то есть кто-то из кандидатов в мэры, который мог бы говорить Соросом на языке Сороса, да, и объяснить, что здесь происходит. И жители Николаева должны понять, кто этот человек, с кем Сорос будет разговаривать быстрее. Потом в 3 часа у меня встреча с фондом Маршалла. Это тоже большой фонд поддержки демократических каких-то инициатив, инфраструктуры и так далее. Опять же, с кем будет общаться фонд Маршалла? Да? Он будет общаться с кандидатом с 19 века или с кандидатом с 21 века? Да? С кандидатом, который говорит легко по-английски, и кандидат, который читает с бумажки. То есть с кем он будет говорить? Да? И вот здесь есть этот выбор. Поэтому сама динамика в Николаеве очень интересная перед выборами. 3 минуты у нас остается, и давайте о вас поговорим. Давайте. Кто вы по профессии и зачем вам нужно то, чем вы сейчас занимаетесь? Я по профессии международный юрист. Я закончил юридический факультет Пражского университета и юридический факультет Гарвардского университета. Я начал свою карьеру в Силиконовой долине, в хай-теке. То есть здесь я похож на одного из кандидата, который я приехал поддерживать. Вот. А я работал в очень хороших компаниях, в Microsoft, в штаб-квартире в Сиэтле, в европейской штаб-квартире в Мюнхене. Работал в компании Akamai, которая хребет, по сути, интернета. И у меня все было успешно, все было очень хорошо, но меня начало знобить от того, что страна, в которой я родился, она самая бедная, и что она самая коррумпированная. А мне от этого неприятно, а я хотел бы попробовать это поменять. Я приехал в Кабмин и стал работать первым заместителем министра экономики. У меня очень быстро произошла ссора с премьер-министром, а я ему сказал, по сути, я ему сказал, что он некомпетентен, и мне нужно было выйти из Кабмина. Я вышел из Кабмина и тут же попал в команду Михаила Саакашвили. Мне он очень нравится с ним работать, со всей командой, очень реформаторская команда. Сейчас у нас достаточно амбициозная программа, мы хотим поменять вещи в Одессе, мы хотим дальше тоже двигаться на центральный уровень, по всей видимости, будут изменения в Кабмине, будет новый премьер-министр, будет новый кабинет. Я думаю, кто-то из нашей команды вполне может вступить в этот новый кабинет. Вот. У нас есть одесский пакет реформ. Это реформы, которые состоят из 27 нормативных актов, которые, по сути, направлены на то, чтобы дать людям заработать деньги. Да? А мы говорим о том, что у нас высокие тарифы. На самом деле у нас невысокие тарифы, у нас низкие зарплаты. Да? И вот здесь вот это наша амбиция провести реформы, чтобы люди просто начали зарабатывать деньги спокойно, без коррупции, прозрачно, платить небольшие налоги. За эти налоги государство бы предоставляло высококачественные услуги, какое-то небольшое количество. Да?
Спасибо вам большое. Спасибо за приглашение, то, что вы были в нашей студии. Спасибо за то, что вы приехали в Николаев. Скоро еще встретимся. Суббота-воскресенье тоже вы будете у нас. Я благодарна вам за то, что спасибо вы были большое, у нас конечно. В эфире. Я щиро вдячна вам, шановні телеглядачі, за те, що ви з нами. І прощаюся до наступної зустрічі на телеканалі Миколаїв.